Ой, ща приеду. Жень, ты дома? Женя, Жень. Чё, чё такое? Иди сюда, давай, догоняй, ты приедешь. Ой, ща, машина. Иди сюда, Жень, да, смотри, чё я скрафтил, охренеть просто, да? Офигеть, тут сколько ресурсов-то? Да я задротил круглыми сутками. Вот, Жендос, я просто задротил, сейчас хочу отдохнуть, честное слово. Давай, собирай монетки и поехали на пикничок. Да у меня нифига нету, ты же знаешь, я вообще бомж, у меня ничего нету, поехали просто. Просто? Ну ладно, давай. Давай, заводи, братан. Ой, это все, поехали. Давай, нажми на газ. Ой, ну что, Жень, сейчас приедем, отдохнем, там уже полянку я заготовил, сейчас все нормально будет. Вот только знаешь что, Жека? Нужно лайки ставить, чтобы мы больше отдыхали от троллинга того же и всякое вот такое. Согласен? Да, я вообще думаю, нужно ставить лайки за такое крутое просто выживание в Майнкрафте. Ой, вылез из машины, давай. Я вылез, все нормально. Так, короче, Жека, го за мной, я уже там все приготовил, там нас уже все ждет. Иди сюда. На пикник пойдем, на пикник? Пикничок прям, ща отдохнем, как мужики настоящие. Пошли. Ой, шо, Жека, ты как? Нормально? Ой, я вообще обожаю играть в Майнкрафт. Просто офигительно. Музончик, да, еще такой нормальный. Да, качать. Сейчас, подожди секунду, я сейчас прибегу, а то пасусь сейчас сбегаю. Ты там за вещами последи. Подписывайтесь. Попиндять. Какая-то тут. Да ладно, в эту пещеру. Жек! Алло! Чё такое? Что за хрень? Жека, иди туда, Жека, тут мне чирику, я хочу, иди сюда. Иди сюда. Жека, короче, я думал, мы одни тут в этом лесу, там какой-то из рыщуга за мной подглядывал. Пипиську мою. Ты троллишь просто. Да. Ты забыл то, что это не троллинг, Жека? Там маньячина какая-то в этом лесу. Мы вот пинаем. Какая маньячина? Вот чем ты. Это кто? Я не знаю. Бей, Эдисон! Кто вообще такой-то? Давай, Жека! Давай! Что это такое? Дай сюда. Что это такое? Амулет всевластия. Подожди. Го сюда, го на улице, я просто ничего не вижу, что там написано. Иди сюда. Хорошо, давай. Короче, ни хрена не вижу. Читай ты, что там написано, а? Го костру. Давай. Иди сюда. Пойдем. Вот лампочка, да. Что там написано? Читай. Что-то мне действительно кажется, ты меня просто троллишь, что ты... Да, ладно, хорошо. Я это все подстроил, вот этот дебила в лесу, которого мы сейчас угрохали. Давай, читай. Так, что тут? Шакальма, письки, кормиськи... Подожди, Жека. Где моя одежда? Где твоя одежда? Подожди, Жека, я вообще не хрена не понимаю. Что сейчас было, а? Где мы вообще? Мы походу в каком? Нет, моя одежда, моя великая одежда, моя рубашка. Жека, ты с ума сошел? Что это такое? Это выживание в Майнкрафте? Ты же дурак вообще? Какое выживание в Майнкрафте? Что это такое? Я не знаю, люди нас троллинг просят, а мы тут какие-то выживания. Это что вообще? Так, ты посмотри, что это такое? А что у меня листочек на пиндре, а что такое вообще? Что тут делает енот? Так, ладно, Жека, я что-то вообще не могу понять, что творится. Ладно, чем будем делать? Ты во всем виноват, забери свой амулет. Вот давай, прочитай, что там написано. Давай. Амулет всевластия какой-то, что-то там, когда в писину. Я явно смотрю. Да, охренеть, короче, Жека. Чё там такое? Чё? Это, короче, я вообще не знаю, что сказать. Короче... Это амулет? Какое-то проклятие нафиг. Тут пишет, чтобы мы выбрались с этого сезона и вот с этого мира, нам нужно до конца его пройти. Короче, весь мир нужно пройти, чтобы закончить эту рубрику. Какой нафиг мир? Я в Майнкрафт не играл уже, не выживал года два, наверное. Что-то вообще нифига. Короче, тут так написано. Мы по какой-то мир нас заколдовали, чтобы выбраться, нужно пройти его до конца. Меня мучает только один вопрос. Это как бы все, ладно, да, мы пройдем. А почему ты голый? Я сам не знаю. А почему ты Стив у меня? Да, это я не знаю, я у себя... Это майн лагает. Прикольно. Голый, так. Походу, при телепортации нас раздела, Жека? Не могу понять, так. Ну подожди, я не знаю.
Какие выживания, Джек, мы не летсплееры, мы тролли нафиг. Какие выживания, я даже не знаю, что делать, выживание нужно. Мне кажется, нужно бить дерево. Бить дерево? Ура, давай, Джек. Давай, бить дерево. Давай. Шо, мать? Блин, Эдисон, я хочу снимать троллинг, поэтому мы должны пройти этот Майнкрафт. Должны его пройти. Я даже не... А чё подписчикам-то сказать, а? Я вообще не знаю, не виноваты. Ребят, вы сами видели, нас просто взяло и засосало какой-то мир. Мы хотели новую серию троллинга записывать. Я даже не знаю, что это такое. Смотрите, мы деревцо сейчас стоим, рубим, Жека. Вы что, дебилы, а? Какое деревцо? Ребят. Это слишком сложно, сложно. Я не знаю, что... Мне нужно... Сказать, наверное, знаешь что, что чем больше лайков будем набирать, тем быстрее будут выходить серии, тем быстрее мы закончим этот мир и будем записывать троллинг. Это просто жопа какая-то, да, Жека? В принципе, ребята, если вам нравится, как мы выживаем в этом мире, в чем я очень сомневаюсь, конечно, то тоже пишите об этом, ставьте лайки, мы там... Просто офигеть. Жека, давай будем вспоминать самые главные правила Майнкрафта. Что нужно делать в первую очередь в выживании, иначе? Я сделал верстак. Верстак. Жека, хавчик нужен. Я помню, хавчик нужен. В троллинге мы никогда хавчик не кушали, да? Не вообще не делали, не брали, не искали. А вот тут нужно. Тут прям нужно найти где-то. Лошадину любишь, Жека? Конину. Не особо лошадину любишь. Так, ладно. А мне тоже топорик нужно сделать, да? Как он делает? А слушай, а мне кажется, топорик у нас немножко не работает, поэтому буду добывать все киркой. В смысле не работает? Я не знаю, я буду добывать камень. Все, иди в жопу, я буду добывать. Ладно, давай камень добудем. Так, а что дальше надо, Жека? Смотри, вот у меня даже почему-то... Ладно, звука нету, маленькая, вот так. Лошади вот тут всякие ходят. И вообще не понимаю. Ты смотри, там какая-то башня впереди есть. Может, в башню пойдем? А, тут что и моды? Нас какой-то модный. Модный мир засало, да? Жесть, это просто... Я просто... Так, подожди. Каменный топор, а я каменную кирку. Амулет, может... Жека, иди сюда. Может, нахрен выкинуть этот амулет? Проклятый. Пусть его лошадка сожрет, нам покушать. А если он пригодится еще? Если пригодится, Жека? Мы как... ладно, возьму, на всякий случай возьму. А то, смотри, засосет, оставит тут нас навечно, и все. Не будем троллинг снимать. Это нельзя так, Жек, нельзя. У меня кожа есть, я кожу нашел. С них кожа падает. О, смотри, Жек, о, кабанчика закукошим, иди сюда. Ой, дай! Смотри, Жека, спаси меня, пожалуйста. Где он? Что такой же, что он меня бить? Кожа выпала, какая-то другая. А хавчик, Жека, мне хавчик. Да уйди ты, лошадь, иди сюда! Иди сюда, Жека, вали ее! О, смысле. Что темнеет, Эдисон? Темнеет? А что делать, когда у меня темнеет? Не помню. Не помню, убегать нахрен отсюда надо. Давай быстрее, нужно какой-то еды. Так, еда, нужно. Забирай вот это, да, верстачок. Пошли. Ой-ой-ой, я зомби, зомби слышу, пошли. Кабанчик, Жека, иди сюда, в атаку, Жека. Иди сюда, иди сюда. Вот смотри, смотри. Давай, бей его. Сердечко, видишь, какое-то сердечко, непонятно. Это что такое? Иди сюда, что это? Где? Что это? Что-то странное. Так, овечки, Жека, нам нужно скрафтить кроваточку, да. О, у меня есть еда. О, кролик, иди сюда, паскуда. Так, убил. У меня еды нет вообще, Жека. Дай мне еду. На. О, она сырая, да, походу? Эдисон, мне кажется, срочно нужно бежать, уже ночь наступила. Ты где, Жека, подожди, ты где? Ночь. Куда а бежать? А это что такое? Ты посмотри туда, посмотри наверх. Ага. А, да, ты сюда посмотри, иди сюда, иди за мной, Жека. О, лаки-блок, Жека, первый лаки-блок наш. Иди сюда. Ну, давай, ты его будешь ломать, потому что у меня очень мало здоровья, да. Давай. А может вообще там что-то полезное будет? Ты так не настраивайся так, Жека. Ну, давай. Опа же! Это мне. Ой! А что твои вещи? Я, конечно, все понимаю, да? Жека, делись, только мотыгу себе в задницу засунь, дай мне что-то нормальное. Поделись хотя бы немного, Жека. Ну на, вот тебе вот топорик. Лопат. Ой-ой-ой-ой-ой! Что это так? Охренеть. О, Жека, у тебя нету случайно... А у меня меча нету. Дай мне топорик, Жека. Как убрать деспоинт? Ты мне можешь просто объяснить? Я ничего не понимаю. Деспоинт? Ой, Жека, я даже не знаю. Я убрал. Жека, мне меч нужен. А тебе меч нужен? На, забирай. И хавчик нужен, а то я сейчас сдохну, Жека. Ну давай уже быстрее пойдем. Подожди. Куда ты хочешь пойти, а? Это первая серия, непонятно чего. А, да, сейчас. О, нихрена себе. Так, Жека, я предлагаю еще лаки-блоки найти или что-то такое. Или что-то... Снежный биом? Зачем мы вообще в снежном биоме?
Смотри, 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 смотри! Иди сюда, иди сюда, иди сюда! Давай, 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 давай! А с них, не, с них ничего не выпадает. Петухи. Петухи! Так же, как куда пойдем? Я не знаю вообще, куда можно пойти. Смотри, что-то в воздухе есть. Или это мне кажется. Жека, смотри, а мне газ или какой-то светящийся эндермен там? Видишь? Какой-то оранжевый перед нами. Перед нами прям, смотри. Ой, смотри, меня колбасит, Жека, меня колбасит! Жека, я боюсь! Все, я бегу за тобой! Ой, подожди, меня плю! О, все, отпустил! Ой, смотри! Ой, он бежит, он идет! А чё он оранжевый? Жека, давай валим отсюда, просто валим отсюда! У тебя он оранжевый, у меня он не оранжевый! Жека, валим отсюда, го за мной! А куда валим? Жека, ты понимаешь, мы... Ай-яй-яй! Где ты? Жека, иди сюда. Я сейчас убью, Танис, там какой-то огромный эндермен, Жека, иди сюда. О, молодец. Жека. Охренеть. Давай мы лучше залезем. Не хочу. У меня вопрос, Жека, понимаешь, тут снежные биомы, я с пиписькой наружу хожу. То есть как-то... Не очень. Ой, так. Иди сюда. Ой! Шахту забежим, я не знаю. Подожди. Ой! Жека, что ты сохранитесь сюда, Жека, смотри, что это такое. Я не знаю вообще. Смотри сюда, что это такое. Эй, за гриппер! А ты вот это посмотри, Жека. Ты это видишь? Подожди, меня тут бьет. Да иди сюда, что там? Иди сюда. Подожди. Ты видишь, что ты... Ты видишь этого Пакмана? Что это такое, Жека? Я вообще не понимаю, что тут творится, Эдисон. Надо срочно освещение какое-то, очень темно. Жека, мне хавать нужно, я сейчас умру просто. Я даже... Мне тоже нужно. Я даже бегать просто не могу. Так, ладно, пошли сюда. Я тоже не могу. Ой, смотри, кастрюля. Это кастрюля. Гопник, это гопник. Жека, подожди, тут даже есть какие-то. Я тоже не хочу. Жека, давай свалим отсюда. Куда подальше, пожалуйста. А ты где? На карте посмотри. Вот, смотри, там какая-то фигня, там какое-то чучело есть. Пойдем к чучелу. Чучело? Нужно его поджечь, чтобы осветить хотя бы что-то. У меня вообще интересно, мне очень. В этом мире вообще какие-то есть, не знаю, животные. Покушать что-то. Да, что-то доброе там, не знаю, что-то доброе. Жопок. Ой, смотрю, заспавнился. Как, смотри. Там, походу... Тут спавнер, Эдисон, я ломаю спавнер. Жека, сзади, я прикрою, Зак. Иди сюда, все. Прикрывай. Так, вроде сломал. Ломаю, Жека, еще двое бегут. Крипер! Сломал, убил, да. Тихо, давай. Просто убегай. Эдисон, там вообще какой-то робот! Робот бежит, Эдисон, сзади робот! Какой черт робот? Да, давай валим отсюда, пожалуйста, просто свалим отсюда. Куда свалить-то? Я ничего не понимаю. Жека, вопрос, а зачем вообще все же бьем? Мне камнем хлебальник прилетел. Жека, гу-гу. Пожалуйста, пойдем в пещеру, просто в пещеру. Да, у меня хапчика нету, какая пещера, Жека, я сейчас сдохну. Да у меня есть, надо пожарить просто. Вот это там есть какой-то... Подожди, Жека, там лес какой-то есть, может туда пойдем? Какой лес? Ну ладно, я иду к тебе. Да, лучше или это горы. Ой! Я сейчас с голоду подохну, помогите. Ой, Жека, что-то это как-то сложно. Гу, лучше троллик запишем, это жопа какая-то, а. А все, мы отсюда больше не выберемся. Надо уже... Там домик какой-то. Там деревня, да, там деревня. Жека, даже спаси её первую серию, пошли сюда. Быстро. Жека, аккуратно. Главное не сдохнуть в этом мире проклятом. Так, зомби. Тут офигеть какая деревня большая, смотри. Иди сюда! Жека, смотри, Жека. Ой. Лаки блок. Ой. Что это было? Меня бьет голод, быстрее бежим! Жека, давай! Я не хочу умирать! Сейчас все будет! Я сейчас сдохну, Жека! Я стукну! Так, я надеюсь, что здесь все добрые в этой деревне, что все добрые, да? Жека, хавчик, смотри, вот, давай быстро! Где? За мной! Жека, у меня прям... Я вижу! Мне нужно быстрее все рубим, ломаем! Давай! Сейчас. Морковка! Все, у меня одно здоровье, ты понимаешь? Жека, не хочу я делать сплей, это просто убожество какое-то, что это вообще такое? Я не знаю, что творится, я не знаю. Это просто... Жека, Эдисон, знаешь, я тебе предложу... А, что это за хрень на меня бежит? Что там?
Это что такое? Не, он мирный, Жек, он мирный. Он мирный, наверное. А Эндермен тоже, да, этот мирный? О, Жека, ты смотри, тут у нас есть... О, ой, иди сюда, иди сюда. Опа. Ага. Есть такой. О, это... Ты паскота! Я теперь не болен. Смотри, у меня писюна не видно зато. Не, давай поменяемся, Жек. Жек, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Жека, дам... А, все, понял. Жек, а знаешь что? Дай мне шлем, пожалуйста. Я тебе дам вот это. Я хочу с писюном бегать. Дай мне шлем. Я тоже хочу... Ну ладно, ладно. Иди сюда, вот, вот, на, вот, на, вот так. Дай обратно, Жека, просто там посмотреть что-то. Дай на секунду. Чё посмотреть? Штаны мои. Нет, ты меня обманываешь. Ты паскуда. Ты меня точно обманываешь. Ну ладно, ладно, я просто посмотреть. Так, Жека, что тут у нас еще есть? Да. Я тут все так говорят, просто посмотреть, а потом не возвращают. Просто посмотреть, ничего такого, Жека, ничего такого. Так! Жека, нам нужно найти хавчик, чтобы мы выжили в этом конченном мире. Смотри, у меня картофанчик, тут есть картофанчик. Ой! Что ты? Мне кажется, мы должны определиться, где мы будем с тобой жить. Жить, да? Угу. О, подожди. Жека, иди сюда, это что такое? Что такое? Смотри. Ой. Он типа полежать решил, да? А ну давай, толкай его, Жека, толкай, толкай. Давай, толкай. Вот бухло, смотри, алкаш какой-то. Уснул тут на улице. Давай, толкай его, Жека. О, проснулся. Ой, пацан. Проснулся. Похмелиться ничего нету похмела. Нету. Дебила. Так, короче, Эдисон, давай тут все своруем и пойдем где-нибудь куда-нибудь. Переночуем. Слушай, мне знаешь, что интересно? Я хочу вот туда. Мне там очень нравится. Смотри. Ты где? Видишь? Ты где? Какая-то фигня сверху. Да вот я. Вот это летает, скорее? Фигня сверху. Да, может туда сходим? Какая фигня сверху? Это Эндермен, дебил! Какая фигня сверху? Да нет, вон шарик какой-то сверху. Сейчас? Да! Ты сейчас туда хочешь сходить, Жек? Ты с ума сошел, а? Смотри, он прям надо... Ай! Сейчас, Жек, ну ладно, давай стройся, я пока свинью поубиваю. Ой, иди сюда. Так, я предлагаю вначале нам хотя бы какую-нибудь каменную кирку сделать, а то как-то так опасно идти. У меня есть железная уже. У тебя железная? А, ну все, мне кажется, можно идти. Не, есть. Что там, что там? Ну все, я короче... Я строюсь, Эдисон, я строюсь. Жек, а мне стрёмно как-то, а? Зачем сразу туда идти? Ну ладно. Не знаю, мне хочется туда очень сильно сходить. А, ладно. Так. Давай. Ага. Мне кажется, сейчас там кто-то нам жопу надерет прям сильно. Эдисон! Ты что, дурак? А ну, слезай оттуда. Я, конечно, все понял. Так, я чуть... Эдисон, я что-то сейчас не врубился. Так же. Ладно, допустим. Подожди. Просто вопрос, куда мы с тобой попали? Мне враг, где мы вообще? Ты все вверх нога. Офигеть просто. Ой, мне кажется, можно сюда пройти. Ой. Ой-ой-ой, что там? Офигеть, здесь ресурсов, Эдисон, давай забирать. Так, давай, железо. Оно не собирается. Смотри, в смысле не собирается, смотри. А это что такое? Ну-ка я разломаю. Не. Ага. Не. Жека, куда? Какие-то странные блоки. Жека, куда мы попали? Ой, что-то меня колбасит. Ой! Подожди, тут есть алмазы? Ой! Как там спуститься? Жека, я не знаю, где я сейчас, мне кажется, с другой стороны. Да это ты сейчас меня убьешь! Ура! Железный блок. Железный блок, так, вот тут тоже есть. Ой, да ты! Жека, да. Нахрен с этой демонической машины, давай выбираться отсюда, меня тошнит уже, если честно. Сейчас, подожди, нужно собрать железный блок. Все, я собрал, сейчас еще вторую беру. Выпустите. А как туда прыгнуть? Как вниз прыгнуть обратно, Жека? Ой. Ты где, Жека? Ой, здрасте, я летаю. А как сломать вообще эту хрень? Что-то не могу понять. Я не знаю, Жек, зачем мы вообще сюда пошли? У меня такой вопрос. Зачем мы сюда пошли, Жека? Я не знаю, как теперь отсюда выбраться, вот в чем проблема. Круто. Подожди, ты говоришь, что у тебя есть железная кирка, да? Ну. Смотри, ты, может, сломаешь алмазики и сломаешь эту штуку, которая вот поддерживает всю эту гравитацию в центре. О, сложно, ладно. Ладно. А тут алмазики даже еще есть, да? Да, я говорю, мы просто отсюда не выберемся. Я хочу отсюда выбраться. Жека, я ломаю, только мне кажется, это долго очень будет. Но сейчас все будет, Жека, сейчас все будет. Охренеть. Так, подожди, может, я помогу? Да, я внизу, я тут смотрю в центре уже. Ай! О! О! Я не понимаю,
Разница, как полетал? Где-то нормально, я добываю ресурсы. Подожди меня, подожди меня. Что это было? Я такой, опа, закрыл. А что там такое? Ты что-то взял? Gravity Core, смотри. Смотри, что у меня в руках. Вау, что такое? Офигеть, я боюсь это ставить. Давай потом протестим, не сейчас. А то опять поднимемся куда-то в воздух. Лучше потом, давай сейчас, короче, добудем алмазики, мне кажется. Нужно быть алмазики. Алмазики. Все, добудем, все. А где алмазики? Скажи мне, Жека. Так, ну я вот один добыл уже. А где он? А, ничего не вижу. Ну, тут, в принципе, много железа, так что железо тоже можно добывать. Давай. Железо. Давай. В шахту не надо ходить. Да, в шахту не надо, все нормально. И уголь тоже добывай на всякий случай. Да, не так и сложно, как казалось вначале. Да. Выживать. Просто. Ой. В этом Майнкрафте. Да, но я надеюсь, что мы быстро закончим эту рубрику, этот сезон, потому что это жопа какая-то. Да, вы тоже нам, ребята, пишите в комментариях, что нам тут делать, потому что мы, кстати, там не... 500 лет, поэтому пишите нам, мы ничего не знаем. Ребят, мы вообще не летсплееры, мы тролли, поэтому для нас это вообще что-то непонятное. Так. Да. Жека. Да, я добуду чего-то. У меня уже полный инвентарь, поэтому, мне кажется, можно... Сейчас. Жека, лови. Жека, башкой лови, смотри, где ты? Опа, сейчас, не, это мне. Чё. Вот, лови, Жека. Сейчас, иди сюда. Смотри наверх. Ловишь? Опа. Вот, да. Не словил. Ловлю. Не словил. Словил? Жека, лови еще один, ловишь? Лови, Жека! Словил? Где? Не вижу. Где-то там снизу, лови, Жека, лови. А, все, ловлю. Так, ну, в принципе, все, тут больше железа нет, поэтому можно спускаться, мне кажется. Только как? Да, падать вниз опять? Ну, в принципе, там уже ночь, кстати говоря. Ой, тихо, подожди, я сделаю факел, прыгаем, подожди. Прыгаем, да? Ну, у меня как бы 4 здоровья, не знаю. Я не особо хочу туда прыгать. Опа! Смотри, я жив, Жека, все нормально. Прыгай, я словлю тебя, Жека. Давай. Иди сюда. Оп! Это здоровье! Нормально, Жека. Так, я предлагаю, знаешь, куда пойти. О, смотри. Чекуля. Иди сюда. Цепанем ее. Иди сюда. Чекуля? Чекуля. Что это, кто это? Что-то она страшная какая. Это монобровь, в смысле, какая. Нормально ее! Блин, опа. Так, бородавка. Жека, я там видел какой-то прикольный домик. Го туда свалим. Завалимся, точнее, внутрь. Подвисаем там. Да, я думаю. Ну, нужно переночевать хотя бы, сейчас, нормально. Это кто? Там какие-то охранники впереди. Охренеть. Там дерево ходячее, Эдисон! Охренеть, что такое вообще? Так, Жека, давай туда мы не будем идти, го сюда, в эту халупу, что это такое вообще. Смотри! Что за чуваки? Иди сюда. Здрасте. Что за лысый? Где? Да, Эдисон, пацаны, я не с ним! Эдисон, не бросай меня! Не. Пацаны, я не с ним, дебилом, не обращай на меня внимания, ты что творишь, а? Эдисон, Жека, имбецил. Я спаси меня! Эдисон, я их бью! Да, бей, я с миром пришел, понимаешь, пацаны? Да, с миром, ладно, он да, все врет. Ой, да, нормально. Так, ладно, в этом разбирайтесь, я тут полутаюсь, и тут что-то есть. Разобрался. Кученый Жека. Ой. Так, ладно. Так. Жека, тут есть что-то? Я хочу в башню залезть, может, в башню есть? Не, мне кажется, там ничего нету. Настроил, да? Ну, ладно. Настроил непонятного. Не, Жек, мне кажется... А вот в этой башне, может, что-то есть или нет? Я как раз про это говорю. Не знаю. Го, заберемся на крышу и там закончим. О, давай. Просто лестницу блин сломал, ну ладно. Жека. Жека. Я, как бы, понимаешь, обхожусь по-другому. Жека. Опа, тут еще один. Лысый дедуган. Так, оп, о, да? сундук. Я нашел сундук. Что в сундуке? Сейчас, открой меня, Жека! Или ты наверху, сейчас, подожди. Опа, прыгай сюда. Ой, здрасте. Здрасте, тут ничего, конечно, нормального нету, но все же. О, нормально. Такое себе. Это выложим, всякую хрень выложим. Ну что, Жека, го наверх? Да, давай, здесь твой топор, сломай здесь. А, у меня есть топор, подожди. Пока, Жека, пока. Да куда? Ну, я специально не стал ставить блоки, пока Жека. Подождать. Ой, так. Ну, ой. Нормально, сейчас погодка, с писючиком можно погулять. Сейчас я присяду. Да, тоже. Да. Ой, главное не простудить. Так, все нормально. Еще тебя стрелы везде торчат, смотрите. Повоевал с лысыми. Эти странные охранники, блядь, не любят. С лысыми. Ой, Жек, я даже не знаю, что сказать, честно. Что сказать?
Это сложно. Я лично в шоке просто. Мы на ком-то появились в Майнкрафте, сзади ходит дерево, какие-то башни везде. Видишь, что дерево, да? Оно смотрит на нас. Где? Где оно? Реально смотрит. А там еще одно! Эй, береза прыгает! Да две березы, смотри. Ладно, ребята, мы не знаем, что делать. Мы знаем просто одно, что нужно ставить лайки прямо сейчас на вот этот видос, чтобы мы быстрее выбрались с этого мира, куда нас занесло. Не знаю почему, не знаю как. Чем больше лайк наберем, тем будет лучше для нас. И для вас тоже, наверное. Да. Да, я согласен с тобой, Эдисон. И в принципе, если вы хотите увидеть продолжение, то ставьте лайки, комментируйте, пишите, что же нам делать в этом мире. Будем вам прислушиваться. Да, ребята, большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедово, ребята.